Ну, нам сегодня не хватило для победы одного гола, как в принципе в предыдущих играх. Так-то по игре с обоюдоострыми моментами была игра, но тем не менее, я думаю, что у нас более острые моменты были там у Полякова, у Веркашанского два момента. Ну, мы их не использовали. По крайней мере, в этой игре хотя бы были удары в створ. Ну, тем не менее, все равно реализация страдает. Этому есть объяснение, потому что, к сожалению, нам не хватает атакующего игрока качественного. Поэтому, к сожалению, оборону мы выстроили. То есть не даем сопернику особо там разгуляться. А в атаке ничего не можем создать, потому что в штрафной площади должен играть качественный футболист. У нас, к сожалению, сегодняшний день такого нет.